Семья для меня – это источник любви, заботы и поддержки. В семье человек принимает таким, каким он есть. Семья – это мама, папа, брат. Для меня семья – это место, где тепло и уютно, где тебя любят и ценят. У каждого человека должна быть семья. У каждого ребенка непременно должна быть настоящая, крепкая семья, потому что только здесь человек может получить ничем неизмеримый объем любви, ласки, заботы, поддержки и, конечно же, полноценного гармоничного развития. Передаем наш подарок в семью, где родился ребенок.